кровью. Только сегодня самое легендарное предложение дня от бренда Полесье – это самый деловой и стильный костюм в стиле Шанель. Мы представляем костюм Виллия, который в свое время завоевал любовь наших телезрителей и был распродан в количестве 15 500. Причем мы ждали именно к сегодняшнему дню, что коллекция обновится в новых оттенках и цветах. Это бестселлер. Его сегодня с любовью представляет Алексей Лапшин, наш артист театра и кино, ваш личный имиджмейкер, стилист, обозреватель самых модных тенденций. Лена Мироненко, моя дорогая и горячо любимая, огромное тебе спасибо за мое представление. Итак, эксклюзивный комплект в стиле Шанель, созданный брендом Полесье, Республика Беларусь, специально для нашего телеканала, то есть для вас. Он подчеркнет вашу элегантность и вкус. Вы влюбитесь в это качество и этот стиль, ведь полуприлегающий крой подчеркивает фигуру и очень просто комбинируется и встраивается в ваш гардероб. Да, идеально и жакет, и юбка смотрятся вместе, но и по отдельности вы легко и просто сможете их сочетать. Плюс ко всему, не могу не сказать сразу же, что здесь запатентованные волокна пана, чуть подробнее расскажу позже, ну и, конечно, самые модные цвета. Это правда, уже вишня, такой насыщенный, мой любимчик, это бордовый. Леша, какие у тебя еще предложения? Ну, вот смотрите, следующий цвет у нас идет фиолетовый, тоже очень модный, стильный, прекрасно будет сочетаться с теми вещами, которые есть в вашем гардеробе. Вот этот цвет вишневый, как многие коллеги мои говорят, вкусный оттенок. Mm-hmm. Следующий после вишневого идет темно-синий у нас mm-hmm. цвет. Посмотрите, здесь все-таки для таких Классика. Более сдержанных mm-hmm. натур, я имею в виду в эмоциональном качестве, да? Темно-зеленый, хвойный оттенок, его выбирает наша модель Анечка. Очень нежный, серый, вот прям легкость, воздушность от этого оттенка. Кофейный цвет у нас представлен еще и черный mm-hmm. цвет. Кстати, сразу хочу обратить ваше внимание на эти стильные, модные пуговицы, то есть даже фурнитура здесь изысканная. Ну и самое главное, действительно, самая изысканная коллекция, внимание, 2999 рублей. Это уникальное предложение. В костюм от бренда Полесье входит юбка, посмотрите, совершенно идеальная и в хорошей длине, и жакет с функциональными пуговицами. Сегодня скидка 50%, но я более того скажу, действительно 15 500 телезрителей уже выбрали этот изысканный стиль. И, конечно, Лешенька, основной вопрос, да, выбирая сейчас такой костюм, мы понимаем, размерный ряд от 48 до 64, если перепад фигуры, да, если она как гитара, если большая часть именно в бедрах или в груди, как правильно выбрать размер сразу на две вещи? Ведь это хороший вопрос, потому что все мы действительно разные, у кого-то прямой тип фигуры, полупрямой, округлый, верхний, нижний тип фигуры, но прелесть именно этого костюма в том, что пан, трикотаж эластичный, подстраивается под ваш тип фигуры, и все, что вам нужно запомнить, это то, что берем размер в размер до 64-го размера. И вы знаете, очень многие телезрители, зная, что это бренд Полесье, отдают предпочтение именно ему. У меня даже история с моей подругой связанной, потому что она сначала приобретала водолазки, красивые джемпера, и потом, когда увидела такой костюм, я говорю: Настя, а что тебя привлекло? Она говорит: Лен, естественно, что это бренд, я уже знала качество, но и во-вторых, я знаю, костюмные ткани, очень часто ты поправилась, они не садятся. А это предложение от бренда Полесье одно и действительно на всю жизнь, да, то есть мы говорим за качество. Бренд Полесье, Республика Беларусь, существует с 27 января 1965 года. Больше полувека, 57 лет, бренд Полесье радует модниц не только в Республике Беларусь и России, но и по всему миру. 70% производства идет на экспорт. Ежегодно бренд Полесье получает престижную награду «Народная марка года Республики Беларусь». В этом году генеральный директор бренда Полесье стала женщиной года в Республике mm-hmm. Беларусь. Используется высокотехнологичное швейное оборудование из Великобритании, Японии. И это запатентованные волокна пана. Между прочим, этот патент покупают у бренда Полесье очень многие мировые производители. Mm-hmm. Ну и я вам сегодня рекомендую оплачивать банковской картой, потому что здесь еще скидка составит 5%, поэтому торопитесь и выбирайте костюм Виллия специально для вас по цене 2000 рублей.
999 рублей. Ну и, конечно, основное. Вот сейчас мы выбрали костюм бренда Палетти. Лёш, когда я выбираю костюм, я понимаю, что вот у меня, допустим, скачет вес плюс-минус, но для меня важно, чтобы этот костюм всегда идеально на меня сидел. Что мне привлекло в костюме Вилли? Ты знаешь, я его надела, и я поняла, он и в бедрах хорош, и жакет отличный, и при этом, знаешь, ощущение того, что без утягивающего белья он тебя как бы, знаешь, как выстраивает и формирует твою фигуру. Он действительно будет визуально подчеркивать ваши достоинства и скрывать любые нюансы, которые вы хотите скрыть. Вот как раз отсутствие фурнитуры дает возможность подстройки под ваш тип фигуры. Ведь здесь, смотрите, только эластичный пояс. Ни молнии, ни застежек, ни крючков, ни пуговиц. Это действительно очень важно отметить. У юбки у нас идет, сразу хочу заметить, подклад. То есть он помогает держать форму, несмотря на то, что эластичность трикотажа, а это, я напомню, 100% пан, просто выше всех похвал. И что касается жакета, вы посмотрите, да, пуговицы здесь есть, фурнитура присутствует, но за счет именно эластичности трикотажа тоже не переживаем за ваш тип фигуры. Конечно, Леночка, не могу не восхититься твоим образом с украшением. Вишневый цвет, лидирует. Вкусный, да, такой вкусный. Вишня, а я-то думаю, шоколаде, почему не хочется тебя укусить? А вот это, знаешь, съесть, он сладкий, он самый популярный уже цвет, внимание, еще раз повторюсь, таких цен не было и не будет. По всей стране магазины поднимают цены, вынуждены. Но мы понимаем, что нас выбирают миллионы телезрителей, поэтому мы лучший телеканал Шоп-н-Шоу. 2999 сразу за две вещи бренда Палетти, поэтому успейте выбрать для себя. Скажи, пожалуйста, Лешенька, вот все цвета хороши. Изумрудный, зеленый, роскошно смотрится сейчас на Анечке. Ксения у нас выбрала роскошный графитовый, серый оттенок. Я вишневый, бордовый, все хороши. Вот сейчас телезрительницы прямо делают заказ. Это модные тенденции осенне-зимнего сезона. Как правильно ухаживать за таким костюмом? А здесь все легко и просто. Стираем на деликатном режиме при 30 градусах. Химчистку сдавать не надо. А знаешь почему? Потому что это трикотаж Soft New, да? Это пан, запатентованные волокна, которые согревают так же хорошо, как натуральная шерсть. Но в отличие от натуральной шерсти, не колется, не появляются катышек, не дают усадку после стирки. Это к вопросу об уходе. А самое главное, еще и забота о здоровье, не вызывает аллергических реакций. Это идеальный образ. То есть вы выбрали костюм, и все, вы уже королева. На работу, всегда, везде выйти, даже в театр, вы самая яркая. Цена только одного дня, к нам уже присоединились новые телезрители, поэтому мы поздравляем. Роскошное предложение только один раз в прямом эфире. Успейте его выбрать по специальной цене.